потому что я снимаю для вас запись. У записи будет качество более лучшее. Итак, я приветствую всех, кто сегодня дошел и пришел на нашу страницу, в наш вечер. И, как всегда, для всех, кто пришел, у нас будет входная медитация, вход в энергию. Под сначала немножко организации, под нашим плеером находится своеобразный чат, но я могу сказать, что он сейчас не в действии. Но ссылки, которые расположены там в действии, и вы можете пройти также в вебинарную комнату и в конце нашей передачи задать какие-то вопросы по медитациям или по курсам, или по консультациям. Итак, я приветствую всех, кто пришел. Пожалуйста, возьмите и организуйте свое место так, чтобы вас не беспокоили, и мы начнем. Глубоко вдохните в себя. Так, немножко корректуры. Глубоко вдохните в себя. Сядьте, пожалуйста, ровно. Закройте глаза. И привыкните к этому состоянию тишины и спокойствия. Еще раз глубоко вдохните в себя. И выдохнув, представьте бескрайнейший океан голубо-белого света. Вы стоите на берегу этого океана. На вас одеты одежды ваших мыслей. И какие мысли сейчас вам идут в голову, такие мысли вы просто снимаете, как некие костюмы или одежды с себя. Я не буду вам ничего говорить. Каждый снимает свои тяжелые одежды повседневности. Итак, работы. Мы снимаем и ложим эти одежды, эти платья и костюмы, кладем их здесь, на берегу, оставляя все негативные мысли на этом берегу, на котором возникнут помощники и уберут ваш негатив, трансформируя его просто в нейтральную энергию. Теперь налегке войдите в это бескрайнейшее
пространства, света, тепла, голубизны. И растворившись в этом пространстве, придите на нашу встречу, в нашу энергетическую комнату встречи. Глубоко вдохните в себя и, выдохнув, откройте глаза. Вам понравился этот легкий вход? Я надеюсь, вам понравился. Сегодняшняя наша тема посвящена теме любви, теме любви к себе. Ее подсказала одна участница нашей страницы. Я считаю, тема очень важная, и тема актуальная, скажем так, и она важна действительно для каждого, и она достаточно глубока. Итак, наша тема называется «Полюби себя и прими себя». Что значит полюбить себя? Закройте глаза и спросите себя об этом. Получите ответ, запишите его на бумажке, или вы можете его потом прислать в наш чат. Итак, закрываем глаза, глубоко вдыхаем в себя и представляем себя. И у себя же спросите, задайте вопрос этой энергии, которая стоит напротив вас, что значит полюбить себя. Получите каждый ответ и, глубоко вдыхая в себя, выдыхая, с этим ответом придите сюда, в нашу энергетическую комнату. Итак, я не буду говорить, какой ответ получила я. Я хочу знать, какой ответ получили вы. Немножко. Видно, мы все время, то есть я все время пытаюсь найти какой-то более удачный плеер, ну, либо плеера дорогие, и участники нашего вебинара, скажем так, не готовы еще оплачивать такие плеера, ну, либо то, что есть всякие возможности, я их ищу. Это отход от темы. Итак, сохраните этот ответ, который вы получили. Запишите его себе где-нибудь
Или напишите прямо. Войдя в наш чат, вы имеете, войдя в нашу вебинарную комнату, вы имеете возможность пообщаться со мной лично, задать вопросы и что-то написать. Ну, это для самых активных наших участников. Итак, полюбить себя. Полюбить себя – это значит полюбить ту божественную частичку, которой наделила вас Вселенная. Это значит взрастить то семя, которое, я не побоюсь этого сказать, дал вам Всевышний Бог, ну, опять-таки, Вселенная. У нас есть наше тело. И это тело нам дано в аренду. И очень важно его любить, им заниматься. И заниматься не только чисто внешне, накладывая макияж, делая красивую прическу, но и заниматься своим внутренним саморазвитием, заниматься этим внутренне. В нас соединены поток энергии, в нас соединено духовное и физическое именно через это тело. И нужно действительно заботиться и стараться усовершенствовать, улучшить, взрастить то семя или, скажем, то тело, которое вы приобрели на период жизни здесь, на Земле. Вы, наверное, скажете, а что она вообще говорит? Ну, какая ерунда. Ну, для кого ерунда? Для того ерунда. А для кого нет, тот пойдет дальше. Для кого ерунда, тот пройдет какие-то спирали жизни и упрется все равно в то, что это есть. А как полюбить себя? Ведь очень часто мы делаем совсем наоборот. Все, что касается нашего саморазвития, мы говорим, нет, у нас сейчас нету денег, у нас сейчас нету денег ни на курсы, ни для себя. И вообще саморазвитие – это что-то, что очень часто человек куда-то в самый-самый-самый дальний угол куда-то пихает. И когда уже человеку достаточно хреново и достаточно плохо, и когда негативная энергия начинает его выталкивать в какое-то другое поле, человек начинает искать, а что он там запихал в том углу. И слава Богу, он находит связь с внешними мирами, он находит связь со Вселенной. Наконец-то он находит связь со своим высшим Я и со своим внутренним Я. Любить себя – это еще значит
осознать себя, понять, кто вы и что вы, и зачем вы здесь, и почему. Любить себя — это значит учиться творить, а не разрушать. Учиться жить по-новому, радостно, в свете. Учиться жить в потоке энергии, наполняя и себя этим, и других. Что еще нужно сделать для того, чтобы полюбить себя и принять себя? Просыпаясь каждым утром и подходя к зеркалу, и смотря в зеркало, в свое отражение, говорите себе «Привет! Как хорошо, что я нахожусь в этом теле! Как хорошо, что я нахожусь в этой жизни! Я радуюсь этому конкретному моменту, этой секунды, когда я улыбаюсь. Я не думаю о каких-то других мыслях. Я просто наслаждаюсь тем, что я есть, и я такой неповторимый. И каждое семя — это своеобразный цветок, который, как в утробе матери, в своем теле, в нашем теле развивается и раскрывается, если вы даете ему раскрыться. Пришла медитация, и она для вас, для сегодняшних участников. Я хочу сделать ее с вами. Закройте, пожалуйста, глаза. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, увидьте голубо-белую дверь. Практически прозрачную дверь, которая приведет вас в некий голубо-белый зал. В этом зале есть еще дверь, которая ведет вас по ступенькам куда-то вниз, ваше внутреннее «я», или навстречу вашему внутреннему «я». Спуститесь туда вниз, освещая каждую ступеньку этим голубо-белым светом. Этот свет вам указывает путь, куда вам нужно идти. Найдите там, где-то внизу, себя. Каждый видит свою картинку. Возьмите за руку это свое внутреннее «я» и проведите по всем ступенькам снова наверх. В этот зал прозрачный и светлый. Рассмотрите себя
как вы индивидуальны и красивы. Попросите у себя прощения за то, что вы не всегда занимаетесь собой. За то, что для себя у вас нет времени. Попросите и дайте обещание, что вы будете развиваться, развивать себя, свое внутреннее и внешнее семя, чтобы превратиться сначала в росток, а потом в замечательный цветок, который, раскрываясь, осветит светом все ваше окружение. Посмотрите, как засветилось ваше внутреннее Я. Обнимите его. Слейтесь с ним. Соединитесь с ним. Почувствуйте на физике это слияние, это взаимодействие. И глубоко вдохнув в себя, выдохнув, представьте огромный луч солнца, который как бы стоит в этом зале. Возьмите себя и встаньте вместе с собой, соединенным в этот луч. Наполнитесь радостью, энергетической защитой. Наполнитесь стремлением жить и дарить радость окружающим. Любить себя и творить. И творить невозможное, делая его возможным. Наполнитесь этим светом. И глубоко вдохнув в себя, выдохнув, откройте глаза. Почувствуйте, как энергия плавно вошла в ваше физическое тело. И как вы почувствуете, как вы любите каждую клеточку этого тела. И каждую клеточку в этом теле наполняете светом и радостью. Я думаю, после этой медитации больше нечего
дополнять словами. Надеюсь, что все почувствовали и ощутили, и получили прилив радости и надежды, уверенности и творчества. Трудно после этого переходить к какой-то небольшой рекламе. Но я думаю, что это будет приемлемо, поскольку реклама связана тоже с релаксом. Не тоже с релаксом, а тоже близка к теме полюбить себя и свое тело и что-то сделать для этого. У меня есть новый проект, может быть, уже кто-то слышал. Проект называется «Рестарт себя». В конце передачи я дам ссылку на этот проект. Может быть, мы проведем конкурс для многих участников, которые бы хотели участвовать в этом проекте, но у них нет достаточно финансов. Я думаю над этим. И такое предложение поступило. Поэтому в конце будет ссылка на участие в этом проекте. Пожалуйста, записывайтесь, чтобы я просто знала, какому количеству людей это вообще интересно, кто это вообще воспринимает. И что это так, и, так сказать, кто готов. Проект заключается в следующем. Рестарт себя – это действительно своего рода рестарт себя. Он включает не только избавление от каких-то негативных мыслей, а проработку методом активной медитации каких-то моментов вашей жизни. Это индивидуальная работа. Он также включает в себя наполнение и очищение кристаллами и работой над энергетическими чакрами. И также замечательный дистанционный массаж. Массаж на расстоянии. Я понимаю, что это необычно. И я думаю, что... Вернее, я не думаю, я приглашаю вас немножко прикоснуться к этой тематике и посетить мой вебинар, который будет в четверг. Для тех людей, которые у нас в рассылке, они получат информацию. Для тех людей, которые не подписались на нашу рассылку, я приглашаю это сделать сейчас. Наша основная рассылка находится прямо, в общем-то, наверху в меню, ну, практически в меню. Нет, она находится в меню, в шапке страницы. Вы увидите там девушку медитирующую, и вы получите еще не только замечательную рассылку, но и также сопутствующие ей медитации. А какие? Ну, подписывайтесь и узнаете. Это мой подарок вам. Итак, в четверг пройдет вебинар, посвященный этому курсу «Рестарт себя», потому что я понимаю, что, конечно, нужно немножко иметь ощущение, о чем вообще это, и что это такое массаж на расстоянии, а правда ли его можно ощутить. Я могу вам только сказать, что правда,
Приходите на вебинар, и вы поймете, это ваше или не ваше. Вебинар будет в четверг в 20 часов по московскому времени. Вообще у нас, я решила сделать такую систему, и каждую неделю я провожу какие-то вебинары по четвергам. И фактически, если даже вы не в рассылке, у вас есть еще возможность, если вы запомнили нашу вебинарную страницу, вебинарную комнату, в любой четверг в 20 часов по московскому времени зайти и послушать вебинар. Ну, за исключением, скажем так, таких четвергов, когда я просто нахожусь где-то в поездке, и тогда, конечно, вебинары проводиться не будут. А что еще хочу сказать? Да, я хочу еще сказать, что наконец-то, я говорила уже об этом много раз, есть прекрасные у меня медитации по картам Оша. Я наконец-то их начала уже ставить на страницу. Они в свободном допуске. Если вы пройдете в меню наверху в шапке и нажмете на чат, по-моему, чат музыка называется раздел, то вы попадете прямо на эту страницу. И можете в свободном допуске заниматься собой, своим саморазвитием и смотреть эти медитации. По мере моих возможностей я буду ставить все новые и новые. У меня примерно есть 20 медитаций. Я думаю, для начала это практически достаточно. Точно, совсем забыла сказать. У нас прошел замечательный вебинар. В этот четверг был вебинар «Избавление от страхов». Когда вы начинаете какой-то новый путь, тема была немножко сужена, то есть от страха вообще, а была рассмотрена именно тема, когда у человека есть страх чего-то нового. Запись этого вебинара без медитации, потому что медитация только с живым участием участников. Я провожу именно это так и решила это сделать именно так, потому что именно участники, скажем так, поднимают ту энергию и приходит именно та информация, которая нужна им. И так это действительно работает. И поэтому я решила, что именно эти участники уже смотрят эту медитацию, а другие, скажем так, смотрят просто запись с полезной информацией, но без этой индивидуальной для группы медитации. И впредь я буду делать именно так. То есть у вас должен быть стимул приходить и участвовать в вебинаре. Вебинары проходят совершенно бесплатно. Курсы проходят платно. Это я отвечаю на те вопросы, которые сейчас появились. Вообще всегда можно написать мне на почту или написать мне на Skype Lightland 7 и связаться со мной, задать какие-то вопросы вас интересующие и так далее. Хорошо.
Сейчас давайте вернемся в свою жизнь, соберем всю информацию и выйдем из энергии этой встречи. Глубоко вдохните в себя. Закройте глаза. И выдохнув, представьте, как вы собираетесь из различных огоньков, светящихся шариков, снова в себя. Увидьте себя полностью: голова, шея, спина, руки, ноги, живот. Увидьте, пожалуйста, все части тела. Сделайте шаг из этой прозрачной воды, забрав всю энергетическую информацию, которая нужна вам на данном этапе сегодня и сейчас. Сделайте шаг назад на ваш берег, ваше конкретное время и ваше сегодняшнее. Наполнитесь светом, теплом, солнечной и радостной энергии. И глубоко вдохнув в себя, выдохнув, придите в свою жизнь сегодня и сейчас. А сейчас вы можете задать ваши вопросы. Я сброшу ссылку. Вы можете пройти в нашу вебинарную комнату и написать то, что вы хотите написать. Ну, а также в нашей вебинарной комнате я сброшу ссылки на нашу анкету, кто хочет участвовать в конкурсе курса «Рестарта себя». Еще раз буду об этом говорить на вебинаре. Всех приглашаю на вебинар. Замечательного вам дня, замечательной недели и удачных выходных и удачной недели. Пока! С вами была Ольга Бёме, Центр энергии жизни. Приходите к нам!